вид, конечно, потрясающий. Ничего не скажешь. Черное море. Красивые тут, нельзя сравнивать, нельзя сопоставлять. Горы красивые. Кстати, про воздух хочу сказать. Очень такой свежий воздух. Разве на Колыме скалы некрасивые, не величественные? Сделать бы туда дорогу нормальную, чтобы люди могли ехать и любоваться красотой. На мой взгляд, погода для съемки хорошая.
кресте сидит. Такое, как на МКАДе, ё-моё.
переставил на другую сторону видеорегистратор датакам. Ну что, там красота не менее. Море, видно, не очень мешают деревья. Потом небо серое сливается.
перестрою навигатор.
сообщение 90.
сдохло. Ну, чем же потерять-то тебя, ё-моё? Ну что ж, куда ж мы? Ладно, едем все. 16 километров там буду выходить. Стараться выйти на Таврию и по Таврии ехать. Да, тут красиво, ничего не скажешь. Вот. Но съемка тут не очень. Дождем провожает Крым. Ну ладно. Я люблю дождь. Правда, это отражается на съемке. Блин. Ну, бог с ним.
Нет, до Ялты, а там выбираюсь на Таврию. Добавился. Не хочет Крым показывать всю свою красоту. Черноморское побережье. Сначала дождь, сначала облачность, тучи, потом дождь, теперь туман. Ну, поверьте, что очень красиво. Да ну обгоняйте уже в конце концов, блин. Ну было место для обгона, какого хрена на хвосте сидеть, блин, и давить.